зовут Саша, мне 13 лет. Я сегодня пришла на курсы, на эти первый раз, как бы. И как бы мне очень все понравилось. И главное то, что когда мне мама сказала то, что она меня записала на курсы, я не хотела вообще сюда идти, потому что я не знала, что это за курсы, как там все будет, там же дети от 13 до 17, или до 16 лет, что ли, то есть большие достаточно. Как бы я думала то, что как бы ни с кем не подружусь, то есть не буду ни с кем общаться, и как бы все это пройдет как типа мини-урок или что-то типа такого. Но это все прошло в очень интересной игровой форме. В принципе, то, что мне и нравится. Я узнала о себе для себя много информации очень интересной. Например, как работать с этой информацией, что делать, если урок там, допустим, очень скучный, и ты засыпаешь на нем, как себя развлечь и как бы главное не заснуть. Вот, я узнала, как сконцентрировать внимание на каком-то деле. Допустим, вот тебе нужно доделать дело, но ты очень устал и как бы не можешь его доделать. Но это тут очень полезный совет.